Поздравив всех собравшихся в актовом зале администрации с Днем местного самоуправления, глава города Зайнуддин Акмазов отметил, что местное самоуправление – это самый близкий населению уровень власти, который является важным связующим звеном между горожанами и государством, оказывая помощь в реализации законных прав и участвуя в решениях вопросов местного значения. Затем глава города предоставил слово почетному гостю собрания, заместителю руководителя Ассоциации Союза местных властей Осману Асману. Очень рад сегодня возможности присутствовать сегодня на вашем мероприятии, поздравить всех работников администрации города Хасавюрта, городского округа города Хасавюрт с этим замечательным праздником. А сегодня хотелось бы отметить отдельно тех работников, о которых администрация города Хасавюрт ходатайствовала о награждении. Это Базаев Хафиз Магомедович. Спасибо. Акау Бекпалат Магомедович. Со словами поздравления выступили главный специалист Управления городского образования Азра Рашидова, от лица молодежи города, студентка колледжа сферы услуг Анжела Лавазанова и заместитель председателя собрания городских депутатов Мирза Магомедов. На органе местного самоуправления возложена большая ответственность за социально-экономическое положение, со созданием комфортных условий для проживания жителей сел, поселков и городов. И именно полная реализация возможностей народовластия является неприемлемым условием динамичного социально-экономического культурного развития России. Также Мирза Магомедов от всего депутатского корпуса вручил грамоту в честь Дня местного самоуправления Хафизу Базаеву, начальнику отдела управления торговли. В завершении собрания состоялась церемония награждения победителей, прошедшего накануне 20 апреля чемпионата города среди муниципальных служащих по настольному теннису. Третье место занял Али Сулейманов, заместитель председателя контрольно-счетной палаты. Второе – Гаджиев Магомедов, управляющий делами аппарата администрации, и победителем стал Хайбулла Умаров, заместитель главы администрации. Почетной грамотой муниципалитета был награжден Магомед Али Газимагомедов, начальник отдела по физической культуре и спорту. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».